Где ты? Я найду тебя. А, вот ты где. Опять ерундой страдаешь. А что еще делать, бабушка? Сегодня же выходной. А я тебе подарочек привезла. Правда? Вот, смотри. Нравится? Ну, не знаю. Я бы не отказался от чего-нибудь более взрослого. Ведь уже не маленький. А чего он такой длинный? Знаешь что? Дареному коню в зубы не смотрят. Так это конь. Сам ты конь. Это поговорка такая. Держи, не привередничай. Стараешься для него, стараешься, а благодарности никакой. Извини, бабушка. Я все же рад, что у меня есть хоть какой-то подарок. Ведь давно уже никто ничего не дарил. Спасибо. Ты это... Учись давай. Не будешь учиться, это будет твой последний подарок. Посмотрим, что тут у нас. Хаги-ваги. Такие длинные ноги и руки. Кажется, на них прикреплены липучки. А, я понял, для чего они. Здорово. Теперь у меня будут круглосуточные обнимашки. Меня так давно никто не обнимал. Мне так не хватает мамы и папы. Бабушка все время меня ругает. Никакой ласки. А ты будешь моим другом, который всегда рядом, у самого сердца. Балди, иди мой руки и садись кушать. Иду. Это что за дела? Столовой не место для игрушек. Ну, бабушка, я к нему так привязался. Он такой пушистый и теплый. Он успокаивает меня. Я люблю эту игрушку. И не хочу с ней расставаться. Его объятия греют меня. Чтобы я его за столом не видела. Отнеси его в комнату и возвращайся немедленно кушать. Продолжение следует.